День журналистики – день особенный для всех нас, но только на телевидении и в этот день работы не меньше. Приятно, что труд этот ценят и те, с кем мы ежедневно, с теми, кто помогает создавать для нас информационную картину дня. Поздравления мы приняли, что называется, не отрываясь от производства. Телевизионный эфир промедления не терпит, ведь сегодня телеканал «Ак-Жаек» вещает 15 часов ежедневно. Обычно для интервью в различные управления и ведомства выезжают наши корреспонденты, но День журналистики – тот самый день, когда представители управлений приезжают к нам. Сразу предупреждаем, что времени нет и собираемся буквально на полчаса. Это не просто благодарственные письма, это оценка труда большой команды. Радует, что их в большинстве своем получили именно те, кто остается за кадром, но выполняет колоссальную по сложности работу. Талгат Мурадбаев – один из лучших операторов отдела новостей. Улыбчивый, собранный, всегда нацеленный на высокий результат. Айдос Кисимов отвечает за монтаж телевизионных сюжетов. А самая юная в этом цехе – Аида Сагидулла. К тому же единственная девушка на монтаже новостных материалов. Отметили и наших водителей, без которых не состоится большая часть съемок. Один из них – Мурат Абиров. Очень уравновешенный, внимательный, знающий самые короткие пути в городе. Ну а собирают информацию редакторы. И в профессиональный праздник ни у кого из нас работы не убавилось. Половина редакторского состава в коллективе женская. Именно нам удается совмещать непредсказуемый ритм работы, семейные хлопоты, заботу о детях и многое-многое другое. Нет выходных днем и ночью. В любое время года, в любую погоду мы всегда, как говорится, на страже, можно сказать. Что еще? Хочу всем своим коллегам пожелать только творческих успехов, новых идей, вдохновения. Нас каждый год поздравляют, отмечают разные департаменты, управления. Это очень приятно, наверное, это дает какой-то стимул двигаться дальше. Развиваться. Моя профессия. Спасибо тебе за знания, за встречи с великолепными людьми, за то, что сделало меня сильным, мужественным и взрастило настоящую человеческую душу, способную любить и сопереживать. Наверное, эти слова может сказать каждый журналист. Екатерина Шмидт, Алтынбек Таныш-Калиев, Кайырбек Сариев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жаек.